Итак, друзья, качелька готовая, все четенько, все красиво. Сидушка получилась, но очень удобная. На нее, если еще мягкий плед накинут, вообще как диванчик будет, можно лежать, отдыхать. Итак, давайте расскажу. Самое интересное — это про время и про деньги. По времени у меня ушло 5 дней. Это быстро, если не знать, что я работаю с 7 утра и до 8 вечера. Минус обед, минус перекус на кофе. То есть рабочий день выходит 12 часов. Если перевести в обычный 8-часовой рабочий день, получается 8 рабочих дней. По деньгам 25 тысяч ушло на материал. Это металл, дерево, поликарбонат. А давайте сейчас лучше список покажу. Так, небольшой список составил на скорую руку. Итак, вот список. Металл по оптовой базе. Другие базы, которые розницы продают, у них там цены процентов на 10-15 дороже. Ну что тут лишнее? Подшипники единственные. И то, опять же, как их не считать? Сейчас есть подшипники, свои поставил. Завтра закончились, а придется в магазин идти покупать. Так что считать по-любому приходится. Уголь, электроды, диски — это расходные материалы, надо считать. Транспортные тоже надо считать. И то это 1150, просто округлил до 25. Потому что в один конец города поедь, поликарбонат закажи, в другой конец города дерево возьми, металл возьми. И так весь день только на поездки уходят. И это 25 тысяч без учета аренды и производственных. То есть производственные что входит туда? Износ оборудования, так сказать. Ну, кто как считает, кто сколько накидывает. Ну, сюда я ничего не накидывал. То есть, вот список чисто то, что за наличку ушло. А вообще, правильно, конечно, в эту сумму еще процентов 20-25 накидывают. Это на аренду и на износ станков, на амортизацию. А в общем с клиента... Клиенту эта качелька обошлась 50 тысяч. То есть 25 материал получилось, 25 работа. Ну, дорого ли, дешево ли? Напишите в комментариях, как считаете. Кто сколько взял бы. Итак, друзья, что получается? В общем, 8 рабочих дней, 25 материал, 25 работа. Ну что, кому было интересно, подписываемся, не забываем ставить лайки. Все, друзья, всем пока. Еще буквально пару слов, друзья, по поводу цены и времени. По цене, да, получилось немножко дешевле, чем хотелось бы. Ну, так получилось, сейчас делаешь, не досчитал. Но ни в коем случае... Маленькая цена даже не должна влиять на качество. Раз сам ошибся, клиента ни при чем. Если бы клиент торговал бы, просил бы дешевле и дешевле, тогда можно было бы где-то что-то упростить. А так, сколько сказал, клиент заплатил. Значит, делать надо все хорошо. А по времени, то, что работаю с 7 до 8, но не всегда так. Это вот все началось с заказа лозы. Ее взял, рассчитывал за месяц сделать. Получилось 3 месяца. И вот все, которые были сзади в очереди, все-все отодвинулись. И вот до сих пор получается, что не успевается. Там есть ворота, которые еще и... Ой. Ну да, в октябре взял. В феврале их надо было поставить.
и до сих пор еще не сделал. Ну, хорошо, хоть люди терпят, ждут. Ну, все, друзья. Всем пока. Трудитесь, старайтесь, будьте здоровы.